Здравствуйте, друзья, с вами Кузнецов Дмитрий, компания «Алиан», Центр юридической защиты. Смотрите, настолько, насколько редко эта Sequoia Credit Consolidation появлялась раньше, настолько они и активизировались. И, по-моему, уже очень скоро они перехватят пальму первенства у МБА Финанс. Ну и по тупизму. Я думаю, может, у них какое-то слияние произошло, и их вот эта вот публика объединилась в один общий альянс, чтобы демонстрировать вот это свою невменяемость нам с вами. Ну, раньше я думал, что МБА Финанс прочно держит пальму первенства, а теперь я стал в этом сомневаться. Вот этот чемпионат, по-моему, кардинально меняется. Новичок, Sequoia Credit, они не так часто появлялись на нашем канале, вообще-то последнее время перехватывать стал инициативу. И, конечно, у них центр-форварды вот эти в женском обличии, они бьют все рекорды. Давайте в очередной раз убедимся в этом, посмеемся. Sequoia Credit Consolidation утверждает, что я ворую ее время. Алло. Алло. Да, я вас слушаю. А у Sequoia Credit Consolidation могу слушать Ирину Романовну. Сейчас спросим. Вас как зовут? Это коллекторское агентство у Sequoia Credit Consolidation. Нет, мы разыскиваем ее по ее финансовым обязательствам. Имя у вас есть? Меня зовут Юлия Владимировна. А фамилия у вас есть? С кем я говорю? Со старшим братом. Ну, вы позвонили, будьте добры, представьтесь полностью, вы официальный звонок совершаете. Старший брат? Вот позовите сестру вашу, которая укрывается от обязательств, я обязательно ей представлюсь. Как зовут вас старший брат? Меня зовут Какой Дмитрий ваш... Евгеньевич, фамилия моя Кузнецов. Смотрите, не страшно. Дмитрий Евгеньевич Кузнецов? Да. Меня зовут Акопян Юлия Владимировна. Я звоню из коллекторского агентства Sequoia Credit Consolidation. Ирине Романовне. Почему вы за нее проблемы решаете? Почему она не отвечает в своем телефоне? Ну, вы вперед забегаете, на самом деле. Я вас поздравляю. Вы верно предположили. Вы телефон можете позвать? Я же вам объясняю ситуацию. Я решаю ее проблемы. Для этого прилетел специально. На основании чего это вы решаете ее проблемы? На основании устной доверенности. Личную доверенность мы вашу не видим. Почему ваша сестра скрывается? Потому что доверенность это устная. Никто никуда не скрывается. Письма в банк отправлены. В какой банк отправлены письма и о чем? Это не банк, это микрофинансовая компания. А вы теперь каким уже индивидуальный бок? Предприниматель Кириченко. Мы коллекторское агентство, мы работаем по агентскому договору. Могу слушать Ирину Романовну? Вы работаете хоть по какому договору? Я не поняла финансово, если вы ей не помогаете, вы всего лишь тратите наше время. Я юридически ей помогаю, юридически. Юридически будете помогать ей в суде, пусть общается сама по своим обязательствам. А вы почему на себя взяли право решать? Финансово, например. Я поняла, сколько у Ирины Романовны всего обязательств. Что? Да я еще не понимаю, кто вы, зачем вы звоните, кроме того, что вы сказали. Я же вам представилась. Ну, знаете, есть такой 230-й федеральный закон, слышали, да? На основании этого закона, в части статьи 9, кредитор обязан в течение 30 дней после появления третьего лица уведомить клиента о появлении этого третьего лица. Никакого уведомления от банка мы не получим. Это не мой клиент, это клиент банка. А почему тогда вы настаиваете на том, чтобы я вам отчеты давал, и она еще с вами разговаривала? Послушайте меня внимательно. Не говорите монологом. Монологом не получается. Уведомили о том, что досье передано в коллекторское агентство. Она об этом прекрасно знает, и было прослушано ей не раз аудиозапись, смс-сообщение и передавали. А письмо на бумаге. В законе написано заказным письмом, либо курьером. Послушайте меня внимательно. Если вы хотите, зачем мне вас слушать? Я читаю законы, а не слушаю непонятно кого. Когда долг продают, а продажа долга не состоялась нашему агентству. Мы работаем по агентскому договору. На основании 1001 статьи агентский договор вы имеете право
напомнить о долге, сообщить о возможных последствиях и положить трубку. Послушайте, вы своими юридическими познаниями будете блистать не в этом... Я ими не блистаю, я вам демонстрирую их. И вам это очень нужно, поверьте. Вы слышите меня? У нее нет проблемы. Если вот такая публика решила, что она создавать может проблемы, то это не проблемы. Вы занимаете наше время. Запишите. Это вы позвонили сюда, и вы занимаете наше время. Ой, проблемы ее, к сожалению, не очень интересно, помогите, да, градации вы расставляете. Это ваша болтовня, помогите, и то, что вы делаете, это только и есть, что болтовня. Вас, как брата. Вы понимаете? Да я все понимаю, уже давно понял. А что будет, если я не помогу ей финансово, а помогу юридически? За вашу болтовню. Ну объясните мне. Да ничего не буду записывать, нахрен он нужен, ваш номер мне и ей. Вот что будет, если я не запишу номер? Очень хороший юрист. Ну вот такая вот очередная история, веселое время я ее трачу, занимаю, как она там рассказывает. Очень интересно. Ну и что будет, вот она все. Я еще раз повторяю, будет то, что вот эта секвойя попыжится и уйдет во свояси. Появится еще какой-нибудь коллектор, третий, четвертый, на моей памяти, на моей только памяти, по моим делам мне звонило как минимум 5 коллекторов, причем МБА Финанс повторялась 2 раза, то есть... 2 раза они меня брали, пытались взять на понт. Не получилось, как вы понимаете. Я к тому говорю, что даже если вы становитесь под юридическую защиту, к нам, в компанию Алям, либо к любым другим юристам, не питайте иллюзий, что коллекторы перестанут звонить. Они звонят на автомате, и вот эти жалкие вот эти девочки, мальчики, получмошники вот эти, они ничего не могут поделать, у них автоматически это все на экране появляется и автоматически происходит созвон с клиентом, просто-то напросто, вот и все, и они ничего поделать не могут, всего и вынуждены разговаривать, а их руководство инициирует все эти разговоры, и вот из-за всей кучи вот этих звонков кто-то идет и платит, и таких людей очень много, поверьте. Конечно, вы вот на канале, особенно те, кто уже давным-давно здесь со мной, естественно, не могут поверить, как можно платить, как можно реагировать на эти вот якобы страшные вещи. Реагируют, друзья, реагируют. Но мы с вами давайте веселиться будем. И если вы недавно на нашем канале и хотите присоединиться к людям, которые не боятся и умеют включать мозги, тогда подписывайтесь на канал. Ну и для пущего, как говорится, юридического освещения, посмотрите видео на нашем сайте, как мы работаем. Даже если вам не нужна помощь специалистов, юристов, посмотрите, будет очень полезно, очень много информации вы получите, полезнейшей. Видео на сайте, ссылка на сайт в описании этого ролика, также в правом верхнем углу видеотрансляции выходит кликабельная подсказка. Вот она. А уж те, кому нужна юридическая помощь с банками, с кредитами, так это сам Бог, как говорится, велел к нам обратиться, потому что мы являемся ведущим юридическим оператором на территории Российской Федерации. Помогли уже не одной сотне людей. И, конечно же, поможем вам с удовольствием. Стартовая информация есть в описании ролика, но лучше всего посмотрите видео, пожалуйста, на сайте. Еще для вашего удобства ссылочка в правом верхнем углу, вот она, также есть в описании ролика этого и любого другого. Давайте еще, знаете, что сделаем, повеселимся. Я сейчас размещу опросник, где выдам, ну, спиток коллекторских фирм и попрошу вас отметить по степени дебилизма, вот кто на первом месте. И вот просто отметьте того, кого считаете самым дебильным персонажем, сотрудников какой фирмы вы считаете самыми невменяемыми, ну, или веселыми. Опросничек в правом верхнем углу, пожалуйста, давайте повеселимся вместе. Вот он. Ну и, конечно же, я должен вас попросить подписаться на наш канал, писать комментарии, все, что вы думаете. Ну, как говорится, какие у вас истории были с коллекторами, очень интересно читать. Лайки, конечно, ставьте, если не понравилось, то дизлайки. И делитесь в соцсетях, ссылочка на наш канал. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, ссылка есть в описании этого, ну, любого другого ролика на нашу группу ВКонтакте.
Итак, всего вам хорошего, друзья, счастья и здоровья. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании «Алям». До свидания.